Здравствуйте, друзья и читатели блога tourist.rbs.ru. Мы сейчас находимся в Коктебеле, страна коньяков, и вид на Карадаг и набережную Коктебеля. Это набережная, это часть набережной в сторону центра Коктебеля. Вот длинная огромная набережная, несколько причалов, пирсов здесь находится. И, собственно, современные клубы, дискотеки, кафешки и так далее. Вот также море, которое здесь красивое. Вот под нами нудистский пляж. Самый большой в клубе, кстати. Здесь много любителей поотдыхать голыми постоянно. И вот другая часть Коктебеля. Такая вот тоже красивая. Здесь не настолько много людей, как в центральной части. С другой стороны, что я показал, здесь меньше людей. Здесь уже пошли частные коттеджики, коттеджные комплексы даже. Но здесь это новостройки в основном. Эти коттеджи были построены где-то в 2007-2010 годах. Вот здесь вот, например, еще строится такой коттеджный комплекс. Здесь дорога лежит от коттеджа, и лежит такая дорога по пыли. Это не очень удобно для туристов, и когда едут машины, то есть много пыли поднимается, то есть отдых не совсем качественный получается. Так что мой совет — не селиться в таких отдаленных коттеджах, чтобы не портился отдых какими-то пылевыми тучами и дальностью, ну, добраться, чтобы до центра там купить товаров каких-то необходимых. Если вы не на машине, тогда лучше вселиться ближе к центру, конечно. Цены здесь сносные, как на еду, так и на жилье. Сейчас, правда, еще не очень такой дорогой сезон. Это конец июня, сегодня 30 июня. Вот, завтра... Буквально завтра стартует сезон высоких цен. В некоторых отелях он начинается завтра, в некоторых с 15 июля. То есть цены увеличиваются примерно от, ну, по разным расценкам, процентов от 20 до 50% цены будут увеличиваться по сравнению с ценами на июнь месяц. Итак, например, сейчас мы платим за свой коттедж. Вон там виднеются, не этот в первой линии, там виднеются красненькие крыши. Коттедж — это даже третья линия. Мы платим 36 евро в сутки. Ну вот с 1 июля будет стоимость 69 евро. Здесь Коктебель окружен кругом виноградниками. Множество виноградников на разных склонах растет. Тут это вот вдали виднеется Летная гора, одна из самых лучших летных гор Крыма, где множество собирается дельтапланеристов, парапланеристов и проводят различные соревнования. Также правее в той части, если выезжать из Коктебеля, завод коньяков находится. Ну и вот возможно. Вот всяческие горы здесь. Это горы, горные хребеты, образованные из потухших вулканов. Вот это вот, как я говорил уже, гора Карадаг. Такая красивая. За ней, конечно, есть прекрасные бухты различные. И есть Золотые ворота. Очень красивое это будет изображение, выставлю на блоге. Также очень довольна тут. Водные активности — это каяки, катамараны, парусники различные, лодки, быстроходные эти скутера и так далее. Вот. Очень много активности. Пляжи часто вот обустроены такими соломенными домиками, как на Нудистском пляже. Вот. Обычная стоимость... Давай, я так долго не выстою. В 2012 году, а вот снять лежак, снять также зонтик — это примерно 5 евро в день.
средняя стоимость. Лежак и зонтик. Окей. Добро, друзья, буду прощаться с вами. И отдыхайте хорошо и качественно.